Господь. Это время, это Твое время, все время Твое, Господь. Благодарим Тебя, Иисус Христос, за Твою благость, за Твою милость. И благодарим Тебя за то, что мы можем видеть Твою красоту, Господь, быть в Твоем присутствии, поклоняясь Тебе, Господь. И Господь, Ты так благ, и милость Твоя пребывает вовек. И дай нам всегда петь Тебе новую песню. Дай нам всегда славить Тебя от всего своего сердца. Дай нам всегда ценить великое, великое спасение, которое Ты дал нам. И дай нам ценить общение святых, Господь, братьев и сестер вокруг нас, Твою церковь, Господь, семья, семью Бога. Мы благодарим Тебя за этот вечер, за Духа Святого и за Слово Твое, которое живое. И, Господь, дай нам открыть сердце свое, чтобы принять то, что Ты хочешь дать нам сейчас во имя Иисуса Христа. Аминь и аминь. Аминь. Слава Господу. Аминь. Аминь. Слава Богу. Спасибо вам большое. Спасибо Александру, всем, которые слушают здесь сегодня. Аминь. И, пожалуйста, садитесь в Божье присутствие. And we have reached... Лучше? А ты ничего не говоришь? Очень хорошо. Окей. We have reached the last meeting of the conference. И мы дошли до последнего собрания конференции. And it's been such a wonderful week. Это была такая замечательная неделя. Amen. Very strong presence of the Lord. Очень сильное присутствие Господа. Many strong words from the Bible. Много сильных слов из Библии. Also a lot of wonderful worship. Но также много прекрасного поклонения and fellowship и общения with each other. Друг с другом. A conference has so many sides. У конференции так много разных сторон. And that is why, и вот почему, when the Lord calls us, so important to come. Когда Господь призывает нас, так важно приходить. I don't know, but God has given me kind of grace. Я не знаю, но Бог дал мне как бы благодать. To come. Приходить. There are certain conferences and seminars. На определенные конференции, семинары. I go every year. Я езжу каждый год. And I've done that for more than 20 years. И я делал это уже более 20 лет. Because I know that these events can be so important. Потому что я знаю, что эти события могут быть настолько важными. And it's good to be to the end. И хорошо быть там до конца. Amen. Аминь. Not go home because something pulls us before it's over. Не уезжать домой, потому что что-то тянет нас еще до того, как все закончится. Because a conference like this is kind of also a unity. It's a unit. Потому что конференция такая, как это также единство, это единица. You know, God does something from the beginning to the end. Бог делает что-то с начала до конца. So we believe that tonight, и мы верим, что сегодня, and also tomorrow when we celebrate our birthday, и также завтра, когда мы будем праздновать наш день рождения, God's gonna complete, Бог совершит и завершит все. What's been going on this week. То, что происходило на этой неделе. So you are so welcome to stay tomorrow. Поэтому добро пожаловать, оставайтесь здесь и на завтра. If you come from another church or from another place, вы из другой церкви, из другого места, we're gonna celebrate that we are 17 years old. Мы будем праздновать свое 17-летие. Amen. Аминь. And that meeting is going to be completely different than tonight. И это означает, что и собрание будет совершенно отличаться от сегодняшнего. We've been praying for Carl Gustav yesterday. Мы молились за Карла Густава вчера. And I was so happy to hear that the operation he had went well. И я был так рад услышать, что операция, которая у него была, прошла так хорошо. Amen. So he is so thankful for all that has prayed for him. И он так благодарен всем, кто за него молился. Amen. But let's continue to lift him up also. Но давайте будем продолжать поднимать его дальше. And in December he's gonna come and visit us. И в декабре он приедет и навестит нас. So you're also welcome to join us at that time. Также добро пожаловать для всех здесь, прийти сюда и в то время. Amen. Let's thank God for our brother. Давайте возблагодарим Бога за нашего брата. Amen. Let's thank God for our brother. Поблагодарим Бога за нашего брата. Amen. Аминь. And let us go to John chapter 10. И отправимся в Иоанна 10 главу. This is a part of our Pastor and Leadership Conference. И это часть нашей пасторской лидерской конференции. And tonight, и сегодня, I very directly is going to speak to pastors and leaders. Я весьма прямо буду говорить пасторам и лидерам. This is not just like a sermon about a topic. Это не просто какая-то тема, какая-то проповедь на тему. I want to speak to you. Но я хочу говорить вам about the church. О церкви. And about the ministry of a shepherd. И о служении пастора. This is something that has been very much on our heart here in Moscow for a long time.
Это то, что было очень сильно в наших сердцах здесь, в Москве, в течение долгого времени. And we have spoken a lot about it, prayed a lot about it. И мы говорили много об этом, молились много об этом. And we are seeking the Lord. И мы ищем Господа. How we can develop this among us. О том, как нам развивать все это среди нас. The church is many things. Церковь — это многое. We are evangelizing. Мы благовествуем. Reaching out to people. Достигаем людей. But the church is also the flock of God. Но церковь — это также паство Божье. The herd. Это стадо. That has a shepherd. У которого есть пастор. And that is Christ. И который есть Христос. And every pastor. И каждый пастор. Every home group leader. Каждый лидер домашней группы. Leader in the church. Лидер в церкви. Has a delegated shepherd responsibility. Имеет делегированную ответственность пастора. When it comes to caring for the people. Касательно того, чтобы пасти людей. Guiding them and leading them. Вести их, руководить ими. All the way to the eternal city of God. По всему пути до вечного города Божьего. And in times. И во времена. When many people come to the Lord. Когда много людей приходит Господу. As we see today, как мы видим сегодня, many people are getting saved, многие люди обращаются. That then I feel such a burden, я чувствую такое бремя, that the parallel must develop this among our churches, которое параллельно должно развиваться и среди наших церквей. Это не то, что делается за один вечер или за одно мгновение. But it's something that we, as leaders, must see. Но это то, что мы, как лидеры, должны видеть. And let the Holy Spirit work with us. Позволяет Святому Духу работать. And work with the leaders in the church, работать с лидерами в церкви. That we can have the same heart as the Lord as we serve. Чтобы у нас было такое же сердце, как и у Господа, которому мы служим. And the same care for his people as he has. И такая же забота о его народе, которая есть у него. In John 10, в Иоанна 10, Jesus speaks about himself as a shepherd. Иисус говорит о себе как о пасторе. And let's read, for example, in verse 11. Давайте прочитаем, например, 11 стих. He says, I am the good shepherd. Он говорит, я есть пастырь добрый. The good shepherd gives his life for the sheep. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. And he likens himself with some shepherd that has a flock. Он уподобляет себя пастырю, у которого есть стадо. And since my father had sheep for many years. И так как у моего отца были овцы в течение многих лет. I grew up with sheep. Я рос, я вырос среди овец. And I really experienced a lot of things that the Bible is saying. Я на самом деле переживал многие те вещи, о которых говорит Библия. How they go astray, о том, как они заблуждаются. How they're stubborn, как они бывают упрямыми. Sometimes you feel they're stupid, как иногда ты чувствуешь, что они глупы. And how they need help, и как им нужна помощь. But anyhow, но тем не менее, how you love them, как вы их любите and understand, и понимаете, that without a shepherd, что без пастыря they will all be lost. Они все были бы потеряны. They need someone to lead and to care. Им нужен кто-то, кто бы их вел и заботился о них. And Jesus uses this illustration. Иисус использует эту иллюстрацию, when he talks about the church, когда он говорит о церкви. He says another place that people are like sheep, scattered and weary. Он говорит в другом месте, что люди подобны овцам, которые рассеяны и изнурены, without having a shepherd, не имея пастыря. And he speaks about himself, и он говорит о себе, as the one who loves the people, как о том, кто любит людей, cares for them, заботится о них, tends them, пасет их, and also ultimately gives his life for them, и в конечном счете отдает свою жизнь за них. And this is the example, this and nothing less. И это есть пример, именно это и ничто иное. That we must aim for. То, к чему мы должны стремиться. Every pastor, каждый пастор, and every leader, и каждый лидер, must have in his heart, должен иметь в своем сердце. I wanna be like Christ. Что я хочу быть как Христос. I wanna love in the way he loves. Я хочу любить, как он любит. I wanna care for people the way he cares for people. Я хочу заботиться о людях так, как он заботится. And God, и Бог, I wanna be willing, я хочу быть готовым, to lay down my life in the way he laid down his life for me. Положить свою жизнь так, как он положил свою за нас. If you believe, если вы верите, that's the kind of leader Jesus is searching for, что вот таких лидеров Иисус ищет, let's give the Lord a big hand. Воздадим Господу большие аплодисменты сегодня. Let's bless the Lord of the harvest, Господина жатвы, the good shepherd, доброго пастора. And let us go to John 17. И давайте отправимся в Иоанна 17. Here we find the text for tonight. Здесь мы находим текст на сегодняшний вечер. This is a kind of peculiar text. Это как бы интересный текст. Because Jesus, he is... this is the very last time, very last hours with his disciple before his crucifixion. В последнее время, в последние часы со своими учениками Иисус говорит до своего распятия. And he's praying. Он молится. In
all the way through chapter 17. По всей 17 главе. And in a way he's summarizing his life on earth. И он как бы суммирует, подводит итог своей жизни на земле. And his heart in a very special way goes out to his 12 disciples. И его сердце особенным образом простирается к его 12 ученикам. And we can see. И мы можем видеть. Also how Jesus, who is the shepherd for every believer, for all of us. Также что Иисус, который является пастырем для каждого верующего, для всех нас, when he lived on the earth, когда он жил на земле, in a special way thought of himself as a shepherd for these 12. Особенным образом думал о себе как о пастыре для этих 12. And tonight, и сегодня we're going to use this text, мы будем использовать данный текст, and look about how Jesus cared for his 12 disciples, и посмотрим на то, как Иисус заботился о своих 12 учениках, and use this as an example, и используем как пример for the ministry of a shepherd today. Для служения пастора сегодняшнего дня. Christ was for the 12 disciples on the earth. Которым был Христос для 12 учеников на земле. That's what you and me. Это пример для вас и для меня. That we need to be for people today. Что нам нужно быть такими же для людей сегодня. Let me read some verses. Позвольте мне прочитать несколько стихов. Starting in verse 6. Начиная с 6 стиха. I have manifested your name to the men whom you have given to me out of the world. Я открыл имя твое человекам, которых ты дал мне от мира. They were yours, you gave them to me, and they have kept your word. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. Now they have known that all things you have given me are from you. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. For I have given to them the words which you have given me, and they have received them, have known surely that I came forth from you, and they have believed that you sent me. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я шел от тебя. I pray for them. И уверовали, что ты послал меня, я о них молю. I do not pray for the world, but for those whom you've given me, for they are yours. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Let me end then in verse 11. Позвольте мне на 11 стихе закончить. And the last part of the verse. Последняя часть стиха. Holy Father, keep through your name those who you have given me, that they may be one as we are one. Отче святой, соблюди их во имя твое тех, которых ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. While I was in them, while I was with them in the world, I kept them in your name. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя твое. Those whom you gave me, I have kept. Тех, которых ты дал мне, я сохранил. And none of them is lost except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. И никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. И весь народ сказал: Аминь. And it is so evident. И настолько очевидно. When Jesus is praying here. Когда Иисус молится здесь. How he's cared. Как он заботился. In a special way. Особенным образом. For these men. За этих, об этих людях. And this is a great example for us. И это великий пример для нас. And I want to show you three sides. Я хочу показать вам три стороны of the ministry of a shepherd. Служения пастыря. Out from this text. Из данного текста. And let us believe. И давайте будем верить. That this can be fruitful in our lives. Что это может принести плод в нашей жизни. But also through us. Но также и через нас. Can help the churches. Поможет церквям. Not only to grow in number. Не только возрасти в количестве. But grow in care for every single person whom God leads to us. Но возрасти также и в заботе о каждом отдельном человеке, которого Бог приводит к нам. Amen. Аминь. And the first thing. И первое. Is you see how Jesus. Вы видите, как Иисус has taken these men to his heart. Принял, взял этих людей в свое сердце. He says in verse 6. Он говорит в 6 стихе. He speaks about those whom you have given me. Он говорит о тех, которых ты дал мне. Can we get point one on the screen? Можно ли пункт один на экран, пожалуйста? Amen. Those whom you have given me. О тех, которых ты дал мне. Jesus is not talking about the whole world. Иисус не говорит обо всем мире. And he's not talking of all the people who believed in him. И он не говорит о всех людях, которые поверили в него. He is talking about these 12 men. Он говорит об этих 12 людях. Doesn't mean that he doesn't love other people. Это не означает, что он не любил других людей. But in a very special way. Но очень особенным образом. These were the 12 that he cared for. Это были те 12, о которых он заботился. And he uses this expression several times in the verses I read to you. Использую данное выражение несколько раз в тех стихах, которые я читал вам. Those, тех, whom you have given me, которых ты дал мне. Сергей, maybe you can help, but we'll give an answer what's going on there.
And the first step in being a pastor. И первый шаг в том, чтобы быть пастором. Is to understand. Это понимать. Who are those? Кто это те? Whom God has given to you. Которые Бог дал тебе. You might be a pastor. Может быть, вы пастор? A youth pastor. Молодежный пастор. You may be a district leader. Может быть, районный лидер. A home group leader. Лидер домашней группы. But the minister, the shepherd begins. Но служение пастора начинается with understanding с понимания of all God's children in the world. Всех Божьих детей в мире. There are some. Что есть? There are some. Некоторые из них that God has given me the care of. Бог дал их мне, чтобы я о них заботился. You know something? Знаете что? There is a lot of children in this world. В этом мире много детей. In our children, in our church. В нашей церкви. There are hundreds of children. Есть сотни детей. They're all wonderful. И они все прекрасны. But among those. Но среди них. There are four. Есть четверо. Marcus. Маркус. Мария. Андруша and Анна. And for these children. И для этих детей. I carry a certain responsibility. За этих детей я несу определенную ответственность. Это не значит, that I don't love other children. Что я не люблю других детей. Doesn't mean even that I love these children more than others. И это даже не значит, что этих детей я люблю больше других. But it means, но это значит, that God gave me, что Бог дал мне the responsibility ответственность for these four children. За этих четырех детей. To care for them, чтобы заботиться о них, to feed them, чтобы кормить их, to protect them, чтобы защищать их, and to raise them. И чтобы воспитывать их. I am я their father. Их отец. And in the same way, таким же образом, you know, it is to be a shepherd. Быть пастырем. Of all the believers in the world, из всех верующих в мире, there are some, есть некоторые, that God has given you the responsibility, за которых Бог дал вам ответственность, to care for. Чтобы заботиться о них. Jesus used the expression, Иисус использовал выражение, those whom you gave me. Тех, которых ты дал мне. He stands as a pastor, as a shepherd. Он стоит как пастор, как пастух. As an example for all of us. Как пример для всех нас. And he says there were 12 God. И он говорит, было 12 Божьих. And you gave them to me. Ты дал их мне. To care for them. Чтобы заботиться о них. And blessed are you. И блаженны вы. If you're a home group leader. Если вы лидер домашней группы. Or if you're a pastor in a church with thousands of people. Или вы пастор церкви, где тысячи людей. And you know. И вы знаете. Whom God has given to you. Кого Бог дал вам? And you have taken those people to your heart. И вы взяли этих людей в свое сердце. And you said yes, God. И вы сказали да, Бог. You gave them to me. Ты дал их мне. And for these people I will care. И об этих людях я буду заботиться. I will lay down my life. Я буду полагать свою жизнь. For them. За них. In the same way as you lay down your life for me. Так же как и ты положил свою жизнь за меня. As long as you haven't taken them to your heart. Пока вы не взяли их в свое сердце. As long. Пока. As what Christ had in His heart has not come into you. То, что было в сердце Христа, не пришло к вам. You are not a shepherd. Вы не являетесь пастором. You are a good person, maybe. Вы, может быть, хороший человек. You are maybe a nice person. Может быть, вы приятный человек. But Jesus spoke about the hireling. Но Иисус говорил о наемнике, who stayed with the sheep, который оставался с овцами, as long as it was convenient. Пока это было ему удобно. But when the storm came, но когда приходил шторм, when the wolf attacked, когда волки атаковали, the hireling left. Наемник убегал. And Jesus said, Иисус сказал, he left because the sheep was not his. Он убегал, потому что овцы были не его. И весь народ сказал. There was something inside of him. Но было что-то в нем. That never embraced them. Что никогда не позволяло ему охватить их. That never took them to himself. Не позволяло принять их к себе. In the same way. Так. As Christ wanted to. Как Христос того хотел. Amen. Now we have a. I have a picture I want to show you. У меня есть картина, которую я хочу показать вам. If we have our internet guys with us. Если интернет. Yes, this is a memorial. Это памятник. That you find in Yad Vashem in Jerusalem. Который находится в Яд Вашеме в Иерусалиме. It is a Holocaust museum over the 6 million Jews that was murdered by the fascists. Это музей Холокоста в память 6 миллионов евреев, которые были умерщвлены фашистами. And when we go to Israel, and to Yad Vashem, we always stop by this. Памятник. И когда мы едем в Израиль, Едешем посещаем, мы всегда останавливаемся около этого памятника. Януш Корчак. Януш Корчак. He was a Polish Jew. Он был поляком евреем. He's the man with the beard in the middle. Это тот, который с бородой посреди. He was not a Jew. Okay.
Okay. And he was writing children books. И он писал детские книги. And he was a doctor. Он был доктором. He was very famous in Poland. Был очень известным в Польше. And he was also director of an orphanage. Также он являлся директором детского дома. And when the fascists conquered Poland, когда фашисты захватили Польшу, and in 1940, в 1940-м, they made the part of Warsaw into a ghetto for Jews. Они также отделили территорию для гетто для евреев. They moved all the children out of the orphanage and placed them in another home. Они вывезли всех детей из детского дома и поместили их в другом доме. And Janusz Korczak. Janusz Korczak. He moved with them. Он переехал с ними. And he moved in with his children. И он переехал, чтобы жить с этими детьми. Even though he was a very famous man. Хотя он был очень известным человеком. And fascists said. И фашисты говорили. You don't need this to be here. Вам не обязательно быть здесь. But he said. Но он говорил. I stay. Я остаюсь. With his children. С этими детьми. And I care for them. Я забочусь о них. And then in August 1942. И затем в августе 1942 года. Then the turn came to these children. Пришла очередь и до этих детей. To go to Treblinka. Отправиться на Треблинку. And two times. И два раза. Fascists they turned to Janusz Korczak. Фашисты обращались к Янушу Корчаку. And offered him. И предлагали ему. To move to the Aryan side of Warsawa. Переехать как бы за пределы Варшавы. And two times. И два раза. He declined. Он отклонял это предложение. I stay with the children. Нет, я остаюсь с детьми. And when they finally took them to the railway station. И когда наконец повезли его на вокзал. To transport them to Treblinka. Чтобы отправить его поездом в Треблинку. It's a very famous story. Это очень известная история. How a soldier he recognized. Как один солдат узнал его. Korczak. Корчака. And said, I know you. I've read your books. My, я знаю when I was вас. A child. Я читал вашу книгу, будучи ребенком. And he offered him. И он предложил ему. To rescue his life. Спасти его жизнь. And for the third time. И в третий раз. He said no. Тот сказал нет. I stay with the children. Я остаюсь с детьми. And he traveled with them to Treblinka. И он отправился с ними в Треблинку. And walked with them into the gas chambers. И вошел с ними в газовую камеру. And died together with them. И погиб вместе с ними. That's what this picture is about. Вот о чем эта картина. A man. О человеке, holding his hands, который держит свои руки around a group of orphans, обнимая группу сирот. And it's such an illustration. И это такая иллюстрация about what Jesus said. О том, что сказал Иисус. I am the good shepherd. Я есть добрый пастор. And I lay down my life for the sheep. И я полагаю жизнь свою за овец. To be a shepherd. Быть пастором. Is much more than volunteer to do something in the church. Это намного больше, чем быть просто волонтером, делать что-то в церкви. Calling of God. Это призвание Божье. When Christ takes. Когда Христос берет. Of his own heart. От своего сердца. And gives us it to man. И дает это человеку. And gives us to love as he loves. И дает нам любить так, как он любит. And to know. И знать. These are the people. Это есть люди. That you gave for me. Которых ты дал мне. Thank God for all the children in the world. Благодарение Богу за всех детей. But four of them, но четверо из них, you gave to me, их ты дал мне, and in the same way in the church, и таким же образом в церкви, every home group leader, каждый лидер домашней группы, every region leader, каждый региональный лидер, every pastor, каждый пастор, needs to know, должен знать, there is a flock, есть стадо, there are some people, есть некоторые люди, and God asked me to care for them, и Бог попросил меня заботиться о них, like Christ turned to Peter and said, как Христос обратился к Петру и сказал, Peter, Петр, tend my sheep, паси моих овец, and it's as he gave him. The calling. И как будто он дал ему призвание. Will you take care of them? Позаботишься ли о них? And Peter said, I will do that, Lord. И Петр сказал, я сделаю это, Господь. And from that moment, с того момента, he was the leader of the church. Он уже был лидером церкви. And what we need in our churches, и то, что нам нужно в наших церквях, we need a deeper touch of the Holy Spirit. Нам нужно более глубокое прикосновение Святого Духа. A deeper commitment, более глубокое посвящение. To the greatest of all calling, величайшему из всех призваний. There is someone of the children of God, есть кто-то из детей Божьих, whom God has given in my care, которых Бог дал под мое попечение, and I will care for them. И я буду заботиться I о них. I will love them. Я буду любить I их. I will help them. Я буду помогать and им. And I will fight for them. И я буду бороться за for них. This is what it is. Ибо это и есть. To serve the Lord. Служить Господу. In the ministry of a shepherd. Служение пастора. Amen. Аминь. Let's give the Lord a big hand. Воздадим Господу большие аплодисменты. Bless the name of the Благословим Lord. Имя Господа. We demand. Мы требуем all our pastors, от всех наших пасторов требуем. Every, we have 19 pastors, у нас 19 пасторов. We will have tomorrow, но у нас завтра будет.
19 пасторов. All of them must know, что все, чтобы все они знали the name of everyone who them care for. Имена каждого, о ком они заботятся. Every name. Каждое имя. They must have recorded. Они должны иметь запись, записать. No one is left. Чтобы никто не потерялся. No, no one should be outside. Никто не должен оказаться снаружи. Jesus said, Иисус сказал, those, вот тех, whom you gave которых me. Ты дал мне. Аминь. Аминь. And the second point, второй пункт. Is of course, well, the practical help. Конечно же, практическая помощь. It says in, chapter, in John 17 and verse 8. Сказано в 17 главе, 8 стихе. For example, например, Jesus says about the 12 disciples. Иисус говорит о 12 учениках. For I have given to them the words which you have given me. Я передал им слова, которые ты дал мне. And they have received them. И они приняли. And so on. И так далее. Jesus talked, he prayed about, talked with his father. Иисус молился, он разговаривал со своим отцом. How he had helped these people. Как он помогал этим людям. Given them the word of God. Передавал им слово Божье. And Jesus, he preached lot of official big sermons for thousands of people. Иисус проповедовал много официальных больших проповедей, где присутствовало много людей. But here he's speaking about. Но здесь он говорит. How he personal. Как он лично. Was the shepherd for these 12. Был пастором для этих 12. How he helped them. Как он помогал им. Explained things to them. Объяснял им что-то. How he served them. Как он служил им. Comforted them. Утешал их. And this is what a shepherd is doing. И это то, что пастор делает. And I want to tell you one thing tonight. И я хочу сказать вам одно сегодня. It may be kind of obvious, может быть, это очевидно. But it is still но при этом so important to know, это настолько важно знать. And that is that meetings alone can never build a church. И что сами по себе собрания никогда не смогут построить церковь. A church церковь is more это больше, than meetings that tonight. Чем просто собрание, как сегодня. The church is a family. Церковь — это семья. That needs parents. Которая нуждается в родителях. That needs shepherds. Которая нуждается в пасторах. Who cares for those who need help. Которые заботятся о тех, кому нужна помощь. And that is what Jesus was for these 12. Вот чем Иисус был для этих 12. You know, when someone gets saved. Когда кто-то получает спасение. You know what he needs. Знаете, что ему нужно? He needs somebody. Им нужен кто-то. Скажите, кто-то? Somebody of flesh and blood. Кто-то из плоти и крови. That can help him. Кто мог бы помочь ему? Comfort him. Утешить его. Encourage him. Ободрить его. He don't only need a chair in the church. Ему не нужно только кресло в церкви. He needs somebody. Ему нужен кто-то. With him he can talk. С кем тот мог бы поговорить. Someone that can explain what he don't understand. Кто-то, кто бы объяснил то, чего он не понимает. And that is what Jesus was for the 12 men. И это то, чем Иисус был для тех 12. And that is what you also are. For somebody. И это то, чем вы являетесь, также для кого-то. Аминь. And of course, и конечно, like in the church of ours, как и like ours. В церкви подобной нашей. Well, I don't know, around 4,000 people. Я не знаю, ну примерно 4,000 Nobody человек. Nobody can do this alone. Никто не сможет сделать этого в одиночку. We need many pastors. Нам нужно много many пасторов. Many leaders. Много окружных лидеров. Many regional leaders. Региональных лидеров. And и лидер пасторов ветвей. И также служители, руководители отделов. Миссионеров. Может быть, я сяду? Amen. And home group leaders. Лидеры домашних групп. Amen. Аминь. Let's give Рамиль a big hand. Поаплодируем Рамилю. Amen. And because if you think about the life of Jesus. Потому что если подумать о жизни Иисуса. You know, we see that how he all the time helped these men. Мы видим, что он как он постоянно помогал этим людям. He preached in parables. Он проповедовал в притчах. And they said we don't understand. А эти говорили, мы не понимаем. So he sat down. И он садился. And explained the word of God. И объяснял им слово Божье. I have given them the word. Я дал им слово. No matter. Независимо. How blessed preachers we have. От того, насколько мы благословенные проповедники. The word of God must still be explained. Слово Божье по-прежнему должно быть объясняемо. Handed over. Передаваемо. Given in a personal way to people. Передаваемо личным образом людям. There is not possible to organize everything in the church. Невозможно организовать всего в церкви. Listen to me. Послушайте меня. We need shepherds. Нам нужны пастыри. Who has the will and the time. У которых есть и воля, и желание, и время. To be available. Быть доступными. Like Peter. Подобно Петру. He said, "Jesus, I don't understand." Он говорил: "Иисус, я не понимаю."
понимаю. Should we pay tax to the temple? Нужно ли заплатить налог в храм? Jesus said, come here. Иисус сказал, иди сюда. He sat down together with him. Он садился вместе с ним. And he explained him. И объяснял ему. About all these things. Касательно всего этого. Nicodemus. Никодим. Came and said to Christ. Пришел и сказал Христу. I want to be saved. Я хочу быть спасенным. And I don't understand your preaching, Jesus. Но я не понимаю твою проповедь, Иисус. And Jesus said. Иисус говорил. You need to be born again. Тебе нужно родиться свыше. And you know what Nicodemus said? И знаете, что Никодим сказал? Кто знает? He said, "Shall I enter into my mother again and be born?" Он говорит, что мне обратно войти в свою маму и снова родиться? Ну какой ответ? Ну я не знаю, глупый или правильное слово, но that's a very, very immature answer. Но это очень-очень незрелый комментарий. And you know what Jesus did? Знаете, что Иисус сделал? When Nicodemus said that, когда Никодим такое сказал, he looked at him, он посмотрел на него and he did like this. И сделал так. No. Нет. He didn't do that. Он этого не сделал. Amen. He was full. Because it was kind of a funny answer. Enter into my mother and be born again. Ну, на самом деле, слова Никодима были забавными. Ну, зайти обратно в утробу матери и родиться снова. Ну, это, конечно. No. Нет. He explained him. Нет, он объяснил ему. Born of the Spirit. Родиться от Духа. Amen. He was patient with him. Он был терпелив к нему. Are we like that? Такие ли мы? There are many, many people. Есть много-много людей. Questions. И у них есть вопросы. We had a newly man in one church. Есть in our church. Новенькие люди в нашей церкви. One newly saved man. И один новообращенный человек. He came home to me. Он пришел ко мне домой. Big eyes. С большими глазами. And said, I have a question. И сказал, у меня есть вопрос. And I said, okay, what question is it? Я сказал, какой у тебя вопрос? I was waiting something very deep, theological. И я ждал очень глубокого чего-то богословского. He said Abraham. Он сказал Авраам. He lived. He was like 150-200 years old. Он жил как будто вот 200 с лишним лет. 250 лет. And he said, when he was 80. Но когда ему было 80. Was he already old or not? Что он уже был старым или нет? Я никогда об этом не думал в жизни. I said, well, let's think about that. Ну, давай подумаем, я But сказал. What the question? Ну, каков вопрос? But for him that was important. Но для него это было важно. Amen. Аминь. He needed Ему нужно было, somebody to talk with. Чтобы кто-то поговорил с ним. And that is what Jesus did. И это то, что делал Иисус. He all the time, он всякий раз, he spoke with the disciples, когда разговаривал с учениками, and he was so patient with them. Он был настолько терпелив к ним. He taught them. Он учил их. You know, the greatest among you is the servant of all. Больше среди вас это слуга всем. And in the next chapter, и в следующей главе James and John come, Иаков и Иоанн приходят and they say, и говорят, we want to sit on your left and your right. Мы хотим сесть по левую и по правую сторону. Haven't you got understood anything? Ну что вы не разумели ничего? Or like here? Или вот как здесь? In Luke chapter 6. В Луки в шестой главе. Let me read this to you. Позвольте мне прочитать это место для вас. Luke 6. Луки 6. Just as an example. Просто как пример. And in verse 37. Стих 37. Jesus says. Иисус говорит. Judge not. Не судите. And you shall not be judged. И не будете судимы. Condemn not. Не осуждайте. And you shall not be condemned. И не будете осуждены. Forgive and you will be forgiven. Прощайте и прощены будете. Amen. Good sermon, right? Хорошая проповедь. Не так ли? Аминь. I think Christ was very happy. Я думаю, что Христос был очень рад. Yes. Да. Now they got it. Наконец они поняли. Amen. Judge not. Не судите. And you shall not be judged. И не будете судимы. Did you get that, disciple? Вы поняли это, ученики? Yeah, we did да, that. поняли. Let's just move one paper here. Перелистнем здесь страничку. You know, Luke 9. Луки 9 глава. And verse 54. Стих 54. Christ is going through Israel. Христос идет по пути, подходит к Самарии. He wanted to go into a town and get some food. Он хочет зайти в город, получить, взять еды. But they didn't receive him. Но те его не приняли. Verse 54. 54 стих. And when his disciples James and John saw this, they said, видя то, ученики его, Яков и Иоанн, сказали, Lord, you want us to come on fire, to come down from heaven and consume them, just as Elijah did. Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Sorry, guys. What did you say? Друзья, что вы сказали? Jesus. Иисус. You want us to call down fire. Хочешь, мы не сведем огонь с неба? And burn them all. И сожжем их всех. Like шашлык. Подобно шашлыку. Burn them all alive. Сожжем их заживо.
What are you talking about? О чем вы говорите? You remember, you know, they didn't want to give us food. Но они не хотели нам дать еды. Ну ты помнишь Илию? He was calling down fire. Он сводил огонь с неба. Over these men that came to catch him. На тех людей, которые пытались его пленить. And first their hair burned. Сначала их волосы сгорели. Потом голова сгорела. And Jesus said, Иисус сказал, yeah, I remember that story. Да, я помню эту историю. I remember everything. Я помню все. And they said, yes. Они сказали, да, so let's call down fire. Давай тоже низведем огонь. And let's burn them. И сожжем их. Men. Мужчин. Women. Женщин. And children. Детей. And every grandmother in town. И каждую бабушку в городе. How do you think Jesus felt? Как вы думаете, что чувствовал Иисус и как он чувствовал? He taught them. Он их учил. Don't condemn and you will not be condemned. Не осуждайте и не будете осуждены. Forgive everybody. Прощайте всех. And this is the very end of his life. И это было при конце его жизни. Haven't you got anything? Но разве вы ничего не уразумели? But you know, this is how we are. Но вот такими мы являемся. Скажите, you know, we are sheep. Мы овцы. And the 12 disciples. И 12 учеников. Listen to me. Послушайте меня. They needed им нужно было. A patient man. Им нужен был терпеливый человек, that had time to them. У которого было бы время на них. I gave them. Я дал им. Your word. Передал им твое слово. I explained it to them. Я объяснил его им. I helped them to come through. Я помог им пройти все. What it is to be a servant. Что значит быть слугой? What it is to forgive. Понять, что значит прощать. What it is to help, help other people. И что значит помогать другим людям. How to pray for the sick. Как молиться за больных. These things, вот эти вещи, of course, comes to people in a meeting. Конечно, приходят к людям на собрание. But we need the home groups. Но нам нужны домашние группы. We need all the leaders. Нам нужны все лидеры. We need all the pastors. Нам нужны все пасторы. That has the same heart that Christ. У которых было бы такое же сердце, как у Христа. To spend time with people. Чтобы проводить время с людьми. Giving them the word of God. Передавать им слово Божье. Can grow, чтобы они могли расти, come through as the 12 disciples did. И проходить через все, как это делали 12 учеников. Amen. Amen. Not everything не все can be done from a pulpit. Может быть сделано с кафедры. They had their hard times. Но у них были их трудные времена. They had their times of fear. У них были времена страха. When they needed a shepherd, когда им нужен был пастор, to comfort them, чтобы утешать их, to spend time with them, чтобы проводить время с to ними, pray with them, чтобы молиться с ними. When I was in Donetsk yesterday, well, the day before yesterday. Когда я был в Донецке позавчера. After the meeting. После собрания. A lady from our church that was there, that is there right now. Женщина из нашей церкви, которая была в то время там. She came to me. Она подошла ко мне. Said, can I speak with you, Matsula? И сказала, Matsula, можно я с вами поговорю? And Jesus told me. Иисус сказал мне. About all the troubles. О всех скорбях. And about her son. И о сыне. And about the difficulties. И о трудностях. And I just listened. Я просто. And then she started to cry. И она говорила, и она потом я слушал, она начала плакать. And then she just looked at me. И потом она посмотрела на меня. And asked. И спросила. Matsula. Matsula. Can I hug you? Можно я обниму вас? Hug me. Обнять меня? You just want to hug me. Вы хотите обнять меня? Can I hug you? Можно я обниму вас? And I said. Я сказал. Yeah. Да. She was an elderly woman. Это женщина в возрасте. And she hugged me. И она обняла меня. She almost squeezed all air out of me. Она чуть ли не выжила из меня весь воздух. And you know what I felt? Знаете, что я почувствовал? I felt right now. Я почувствовал вот сейчас. I'm doing the best I can. Я делаю самое лучшее, что только могу. And as we hug, и когда мы обнимались, she just put her head into my chest. Она просто положила голову на грудь мне. And cried. И плакала. That's what she needed. Это то, что ей было нужно. I'm not alone. Я не одинока. There is someone here with me. Но есть кто-то рядом со мной. And that's what I could do for her. И это то, что я мог сделать для нее. Sometimes. Иногда. People don't just need a word. Людям не просто нужно слово. They need the bosom. Им нужна грудь. They need someone. Им нужен кто-то. To tell them. Кто бы сказал им. I love you. Я люблю тебя. And I stand together with them. И я стою рядом с тобой. Amen. Аминь. And that is what we are. И это то, чем мы являемся. We are. Мы. Like Christ. Подобны Христу. The shepherd. Пастыри. We are among the people. Мы среди народа. Read John 1. Читайте Иоанна 1. The first thing Christ did. Первое, что сделал Христос. When he met his disciples. Когда он встретился с учениками. He invited them home. Он пригласил их домой. And you say, oh, I can't invite everybody home. Но вы скажете, я не могу пригласить всех домой. But you can invite somebody home. Но вы можете пригласить кого-то домой. Amen. Аминь. This is how Jesus was. Вот таким был Иисус. And you say, but
but I need my private life. Но вы скажете, мне нужна моя частная жизнь. Yeah, maybe you are not a pastor. Но может быть ты и не пастор. Maybe you're not a shepherd. Может быть ты не пастух. Because the true shepherd. Потому что истинный пастор. He knows. Он знает. I must be among those whom God gave to me. Я должен быть среди тех, кого Бог дал мне. No sermon can replace the personal touch. Ни одна проповедь не может заменить личного прикосновения. The help. Помощь. The explanation of the word of God. Объяснение слова Божьего. Someone to hug. Кто-то, кто мог бы обнять. Someone to cry with. Кто-то, с кем можно было бы поплакать. Someone that is older than me in the Lord that I can fellowship with. Кто-то, кто постарше меня в Господе, с кем я мог бы пообщаться. The ministry of a shepherd. Служение пастора. Is helping people to grow. Это помощь людям в росте. Being spiritual mothers and fathers. Это значит быть духовными мамами и папами. Being among the people and being available in the same way Christ was. Это значит быть среди людей и быть доступными так же, как и Христос. Jesus said here, Иисус сказал здесь, I pray for them. Я молюсь за них. I don't pray for the other. Не обо всех молюсь. Not now. Не сейчас. But I pray for these 12. Но молюсь за этих 12. Lord God, I pray for them. Господь Бог, молюсь за них. You see how his heart went out to these people. Вы видите, как его сердце было простерто к этим людям. We were talking about on the retreat, I and Randy, that we had with our pastors. Мы говорили, я и Ранди, о выезде, который был с нашими пасторами. When I became a youth pastor. Когда я стал молодежным пастором, after the Bible school, после библейской школы, and how those years was, и о том, какими эти годы how we были, lived with the young people, как мы жили с молодыми людьми, how we didn't have a television, у нас не было телевизора, I have a television now, сейчас у меня есть телевизор, but we didn't have a television then, но тогда не было телевизора, and our people gave us a television, и люди давали нам телевизор, and we agreed, и мы согласились, we don't want that, о том, что нам он не нужен, life is more, жизнь это больше, I'm a shepherd, я пастор. I have a group. У меня есть группа. 35 young people. 35 молодых людей. Whom God gave me. Которых Бог дал мне. And for these people. И за этих людей. I will fight. Я буду бороться. I will pray. Я буду молиться. And I will have time. И у меня будет время. So that they can grow up. На то, чтобы они росли. Become men and women of God. Становились мужами и женами Божьими. Serve Him. Служили ему. And lost all the way to the glory of God. До конца на всем пути во славу Божью. Amen. Аминь. And we need. И нам нужно. Preachers. Проповедники, позвольте мне сказать кое-что. Нам нужны также молитвенники. Нам нужно молиться Богу, чтобы Он поднял много-много истинных пасторов во всех церквях, которые представлены здесь. Аминь. Like I said, как я сказал, this doesn't happen in a moment. Что это не происходит за один момент. But if you are like this, но если вы такой, you produce others of your kind, то вы производите породу своему других. If you go first, если вы идете you первыми, pull somebody with you. То вы тянете за собой еще кого-то. Amen. Аминь. And if you если вы have a team of leaders, имеете команду лидеров, that you are training, которых вы тренируете all the time, постоянно, with whom you spend time, с кем вы проводите время, sharing your heart, делитесь своим сердцем, and teaching them to do what you are doing, и учите их делать то, что делаете вы, you know, they will shepherds will grow like mushroom in the forest. То пасторы будут возрастать, как грибы в лесу. Потому что это то, что есть воля Божья для наших церквей. И весь народ Божий да скажет. Аминь. Давайте еще раз пройдем вперед к Иоанну 17 главе. Я сказал вам, что перечислю три пункта из этого примера, что значит быть пастором. И первый to know whom God has given to you. Это знать, кого Бог дал вам. And take them to your heart. И принять их в свое сердце. And secondly, во-вторых, to help them personal. Помогать им лично. In their walk with God. В их хождении с Богом. And then number three. И затем пункт третий. And the final. И последний. What Jesus is saying in verse number 12. То, что Иисус говорит в 12 стихе. While I was with them in the world, I kept them in your name. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Those whom you gave me, I have kept. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. And none of them is lost. И никто из них не погиб. Скажите, и никто из них не погиб. Except the son of perdition, that the scripture must be fulfilled. Кроме сына погибели, да сбудется Писание. That was Judas. Это говорится про Иуду. Jesus is saying something wonderful. И здесь Иисус говорит нечто прекрасное. He said, Он говорит, я have kept them. Сохранил их. I fought for them. Я сражался there за них. Were times, были времена, when they left me, когда они оставляли меня, when they left their calling, когда они оставляли призвание. But then I went after them. Но затем я шел за ними. When Christ was arrested in Gethsemane, когда Христа арестовали в Гефсимане, they all became backsliders.
backsliders. Они все стали отступниками. They all left the church if you use that expression. Они все оставили церковь, если используем это выражение. They ran away. Они убежали. And Peter, и Петр, the main one of them, главный из них, he refused, he denied that he was a Christian. Он отрекся, он отказался от того, что он был христианином. He cursed the name of Jesus. Он проклинал имя Иисуса publicly, на людях. But when Christ rose from the dead, но когда Христос воскрес из мертвых, he went off to them. Он пошел за ними. He came to them. Он пришел к ним. He told the women by the grave, tell them to go to Galilee, because I will see them there. Он сказал женщине у гробницы, скажи им, чтобы они направились в Галилею, я их там увижу. He spoke with them many times. Он разговаривал с ними много раз. And of all those that left, и всех тех, кто ушел, brought them all back. Он их всех собрал. What is a shepherd? Что такое пастор? A shepherd is the one. Пастор это тот, that goes over the one after the one that leaves. Который идет за тем, за той, кто уходит, пропадает. This sentence. Это предложение. Has just kind of burned its way into my heart. Оно просто прожгло свой путь в мое сердце. I let me quote it right here. Позвольте процитировать его правильно. I lost none of them. Что я написано там на экране. Что никого из них не потерял. Amen. You know, imagine. Представьте себе. You know, standing before God. Ты стоишь перед Богом. And making count for your life. И даешь отчет за свою жизнь. And saying this. И говоришь это. That's what Jesus did. Это то, что сделал Иисус. Those who gave me. Из тех, кого ты дал мне. I didn't lose one. Я никого не потерял. I fought for them. Я сражался за них. They ran away. Они убегали. But at the end of the day, I didn't lose one. Но в конце концов я не потерял никого. That's the heart of a pastor. Это сердце пастора. Amen. Аминь. The people that you lead. Люди, которых вы ведете, they will rebel, они будут бунтовать, and they will leave. Они будут уходить. And of course, it's at the end of the day, we all are responsible for our own life. И, конечно, в конце концов, мы все сами ответственны за свою жизнь. But, но, a shepherd will always do everything he can. Пастор всегда будет делать все, что он может, to help someone. Чтобы помочь кому-то. Jesus spoke about the good shepherd. Иисус говорил о добром пасторе. And, and about the shepherd that has 100 sheep. И о пасторе, у которого было 100 овец. And when he came home one evening. И как-то он вечером вернулся домой. Or he started to count. Или он начал считать. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 36, 37, 38. 37, 38, 39. 96, 97, 97. 98. 98. And 99. 99. One is missing. Одной не хватает. How did he know? Откуда он знает? He counted them. Он их посчитал. You know what a shepherd is? Знаете, что такое пастор? A shepherd is someone that can count to 100. А пастор это тот, который считает сотню. That is someone. Это тот, who keeps track. Кто ведет запись. Who knows and discovers. Учет. Он знает и он видит. When someone is left, is gone. Если кого-то не достает. And then и тогда he calls. Он зовет. Скажите, зовет. He goes. Он идет. He visits. Он посещает. That person. Этого человека. To do everything he can. Он делает все, что может. To bring him back. Чтобы вернуть его. Sometimes. Иногда. You know, I can feel this attitude. Он может чувствовать такое отношение. I can feel this attitude. Я могу чувствовать такое отношение. That person, you know. А этот человек. He's kind of strange. Ну, он как бы странный. Let me tell you something. Позвольте мне сказать кое-что. I told this before in the church. Я говорил об этом раньше в церкви. You know, I have a coming general. У меня есть генерал, который приедет сюда. Coming general in the future, Andrusha Israel. А, извините, растущий генерал Андрюша в будущем. Amen. That's my younger son. Это мой младший сын. He's a little wild kind. Это такой, знаете, маленький такой шустрый. Да, шустрый. Это доброе слово. Amen. You know, and he's a good boy. Хороший мальчик. But at the same time. Но при этом. You know, he's kind of. He gets into fights sometimes. Иногда он дерется. And sometimes, you know, he doesn't behave well in school. Иногда ведет себя нехорошо в школе. And not out on the playing ground. И не очень хорошо ведет на игровой площадке. Some weeks ago. Несколько недель назад. Two angry women, they called on our doorbell. Сердитые женщины позвонили к нам в дверь. And between them. Между ними. Was a boy. Был мальчик. Standing like this. Который стоял и так вот. I knew what has happened. Я уже тогда знал, что произошло. I knew what has happened. Я знал, что произошло. Andrusha had behaved bad. Андрюша вел себя плохо. And sometimes it can be like this. И иногда оно может быть так. But one day, но однажды he didn't come home. Он не вернулся домой. He was gone. Он ушел. And we searched, и мы искали. And we searched, и искали. And he was gone. И он ушел.
And I want to tell you something. Я хочу сказать кое-что. I don't care. Мне все равно. If he behaves bad in school. Даже если он вел себя плохо в школе. Or if he gets into fights. Или он подрался с кем-то. I have no one to lose. Я не должен потерять ни одного. Amen. Аминь. Those вот этих, whom you gave to me, God, которых ты дал мне, Бог, for those I will care. За о них я буду заботиться. And if he've been a bad boy, и даже если он был плохим мальчиком, makes no difference. Мне все это без разницы. We were searching, мы будем его искать all over, повсюду. And by a miracle of God, и чудом Божьим. Most of you know how Moscow is. Большинство из вас знают, что такое Москва. 4 kilometers from our home. В 4 километрах от нашего дома. A church member, один из членов церкви, saw him walking around in the city, увидела его идущим по городу, and stopped him, остановила and его, called me, позвонила and мне, said, Andrusha is here, и сказала, Андрюша здесь. Is he supposed to be there? Он должен быть здесь? I said, no. Я сказал, нет. Imagine, представьте себе, in Moscow, в Москве, a little boy walking around, маленького мальчика, который бродит где-то, and a church member sees him, recognizes him, stops him, and calls me. И член церкви видит его, узнает его и останавливается и звонит мне. That's a miracle. Это чудо. Amen. That's a miracle. Это чудо. That's a miracle. Это чудо. And I remember the feeling. И я помню это чувство. And many of you parents, you know exactly what I mean. И многие из вас родители, вы знаете в точности, что я имею в виду. And when somebody leaves, когда кто-то уходит, it shows the sincerity. И показывает искренность. So you have favorites. Что, у тебя есть любимчики. Those that you really care for. Тех, о которых ты по-настоящему заботишься. And then there are these others. И есть другие. That you can let go. Которых ты можешь отпустить. I know. Я знаю. And I believe. И я верю. I can speak from the heart of God. Что я могу говорить от сердца Божьего. He has no one to lose. Он никого не хочет потерять. He wants to bring all his children with him. Всех детей он хочет взять с собой. And if one doesn't come home, если один не возвращается домой, he needs a shepherd, ему нужен пастор, that starts to look for him, который бы начал искать его. И весь народ сказал, Amen. And Amen. Well, let's give the Lord да, a hand. Давайте воздадим Господу аплодисменты. I was this long time ago. Это было давным-давно. I was a leader in the church. Был лидер церкви. That spoke about another leader in the church. Который говорил о другом лидере церкви. A little strange, you know. I haven't seen him for half a year. Он несколько странный. Я не видел его уже полгода. Haven't you contacted that person? А ты не связался с этим человеком? So I did it myself. Ну я сам связался тогда. Got this person in I met this person. Встретился с этим человеком. Crying. Он плакал. You know, or speaking to the person. Разговаривал с человеком. Half an hour. Полчаса. Half an hour. Полчаса. And the person was back again. И человек снова был возвращен. That's all it takes. Все, что требуется. Somebody who cares. Чтобы кто-то позаботился. Somebody who goes. Чтобы кто-то пошел. And if you are a real shepherd, если ты настоящий пастор, you'll go again and again. Ты пойдешь снова и снова. And this is what we do. И это то, что мы делаем. Sheep get lost. Овцы теряются. We fight so many battles in our life. Мы сражаемся со многими в многих битвах нашей жизни, that are not worth fighting. Которые не стоят сражения. And you play on your computer. Вы играете в своих компьютерах. You bought this new computer game. Эти новая компьютерная игра. The Green Monster. Зеленый монстр. And you sit whole evening, и вы сидите весь вечер, hours, часами, trying to kill the green monster, пытаясь убить зеленого монстра. And, you know, 11:45 in the evening, 11:45 вечера. You know, your house is filled with a joyful cry. Дом наполнен радостным восклицанием. Because you killed the green monster. Потому что наконец убили зеленого монстра. You know, we fight so many battles. Мы сражаемся во многих битвах, meaningless, которые бессмысленны. Nobody cares if you won that computer game or not. Всем все равно, одержите ли вы победу в этой компьютерной игре или нет. But let me tell you something. Но позвольте мне сказать кое-что. James tells in the very last verses of his letter. Иаков говорит в самых последних стихах послания. That he who turns a sinner on a sinner away from his way. Что кто обратит грешника от его пути? He saves a soul from death. Он спасет душу от смерти and covers a multitude of sins. И покроет множество грехов. That's a fight worth fighting. Вот это сражение достойно того, чтобы его вести. Amen. Аминь. That's an eternal crown to win. Это то, что обретет для вас вечный венец. I remember one of the boys in my youth group when I was a youth pastor. Я помню один из парней в нашей молодежной группе, когда я был молодежным пастором. He was this kind. Он был таким, that got lost.
который терялся, and he didn't come back. И не возвращался. After summer, после лета, he just disappeared, didn't come to church. Он просто исчез, он не пришел в церковь. I remember how I went home and spoke with him. Я помню, как пошел к нему домой и говорил с ним. And he was kind of unwilling. И он как бы не хотел. A little embarrassed. Несколько был смущен. Yeah, I don't know. Ну, я не But знаю. But we kept on pulling in him. Но мы продолжали его влечь. And I don't know how. Я не знаю как. But somehow, но каким-то образом, he came. Он пришел. And he came through. И он прорвался. And he stayed in church. И он остался в церкви. He married a wonderful girl. Женился на прекрасной девушке. And gave birth to a whole tribe of children. И у них родилось целое племя детей. When I'm in Norway, когда я бываю в Норвегии, he's still there today. Он до сих пор там. One of the pillars of the church. Один из столпов церкви. That's the kind of battles. Вот какие битвы. That we need to fight. Нам нужно вести. And that are worth winning. И они стоят того, чтобы их побеждать. He who turns a sinner from the error of his ways. Обративший грешника от его заблуждения. He covers. He saves a soul from death. Спасает душу от смерти. And covers. И покрывает. A multitude of sins. Множество грехов. Amen. Give me such a song, come on. I'm taking piano. And this is the work of a shepherd. Это работа пастора. There are the shepherd. Пастора. Yeah. There are many. There might be many people in the church. Есть много людей в церкви. And they will never care. И им будет все равно. In the way you care. И они не будут заботиться так, как вы заботитесь. At least not today. По крайней мере, не сегодня. Not everybody. Не каждый. No, it's in the ministry of a shepherd. Находится в служении пастора. But you are. Но вы находитесь. And you are so needed. И вы так нужны. Because without true shepherd, потому что без настоящих пасторей, you know, we become a group. Мы становимся группой. And there will be people all the time sifting through and sifting through and sifting. И люди будут постоянно просачиваться, просачиваться и просачиваться. Let me tell you something. Позвольте мне сказать кое-что. When I was in Ukraine, когда я был в Украине, I spoke about this to the pastors there. Я говорил об этом пасторам там. And after the meeting, и после собрания, we were having supper together. У нас был ужин. One of the pastors said to me, и один из пасторов сказал мне, Мацула, you have no idea, ты не представляешь, how actual this is. Насколько это актуально. In the city where I'm pastor, в городе, где я являюсь пастором, in the church, в церкви, we know, мы знаем, 1,000 people, 1,000 человек, who were not only in the church, которые не в церкви, they were all in home groups, они все в домашних группах, and today, и сегодня, they lost, они потеряны, just in one church, просто в одной церкви, 1,000 people, 1,000 человек, and he said, Мацула, и он говорит, Мацула, you don't know how this is what we need. Ты не представляешь, насколько это нам нужно. Сколько из них могли бы быть спасенными или могут быть спасенными, если бы кто-то оставил 99, чтобы пойти и спасти одного. Подумайте о Христе, который стоит перед крестом и молится. For those whom God gave him. За тех, кого Бог дал ему. You know, in what I read for you was not for us. This was about the 12 disciples. А то, что я прочитал, было не для нас. Это было о 12 учениках. And hear him saying this. И услышите, что он говорит такое. Father, отец, I kept them. Я сохранил их. And I have not lost one. И я не потерял ни одного. What a joy. Какая радость. What a victory. Какая победа. To say that. Сказать такие слова. And we, of course. We deal with a lot of people. И, конечно, we deal with a lot of people. Мы работаем со многими людьми. And there are, you know, everybody, of course, finally makes his own decision. И, конечно, в конце концов, каждый принимает свое решение. But there is no reason. Но нет причины, why we should not aim to be like Jesus. По которой нам не нужно было бы стремиться быть такими, как Иисус. And he wants to give this to every one of us. И он хочет передать это каждому из нас. But we need to desire it. Но нам нужно вожелать we этого. Нам нужно увидеть it это. Begins with you and me discovering. Это начинается с вас, yeah, с меня. Being a shepherd, с того, что мы обнаружили. It's more than leading a, you know, weekly meeting. Да, быть пастором это значит больше, чем просто проводить еженедельное богослужение. It is taking responsibility. Но это значит брать ответственность for somebody, за кого-то. Knowing their names. Зная их имена. These are the ones, это те, whom you gave me, которых ты дал and мне. Then helping them. И зачем помогать
also individually, также и индивидуально, as much as I can, настолько много, насколько я могу, to grow in the Lord, чтобы взращивать в Господе, to serve Him, чтобы служить Ему. Jesus sent them out and brought them back, explained them, spent time with them. Иисус отправлял их, возвращал, разговаривал с ними, проводил время. And also, и также, if they leave, если они уходили, if they disappear, если они исчезали, they are missed, их не доставало, by somebody. Somebody misses them. Кому-то их не доставало. And then they go after him. И затем этот кто-то шел за ними, to find them, чтобы найти их, to do what we can, и чтобы сделать то, что мы можем, to help them, чтобы помочь им, and bring them back, и вернуть их. Just imagine, представьте себе, just imagine, просто представьте себе, what we could do, что бы мы могли сделать, if every one of us went home today, если бы каждый из нас отправился домой сегодня, and thought, и подумал, whom кого, could I call? Кому я могу позвонить? Whom could I visit? Кого я могу посетить? We could, in a couple of days, за пару дней, gather a great harvest, мы могли бы собрать большую жатву of sheep that are lost somewhere in the world, овец, которые потеряны где-то в этом мире. So may God give us, да даст нам Бог, amen, to be true shepherds, быть настоящими пастырями, to encourage each other, ободрять друг друга, to help one another, помогать друг другу, to inspire one another, вдохновлять друг друга, lift the hands of one another, поднимать руки друг другу, amen, because, потому что, the harvest, жатвы is plentiful, много, and the workers, а делатели, with God's grace, с Божьей благодатью, are increasing every day, становится все больше с каждым днем. И весь народ сказал: «Аминь». Давайте мы воздадим Богу славу. Аминь. Аминь. Слава Господу. And let us stand up. Давайте встанем все. Everybody. Встаньте, пожалуйста. And let us consecrate our hearts. Давайте посвятим свои сердца. To pray together. Тому, чтобы помолиться вместе. John 13:1 is a beautiful verse. Иоанна 13:1 прекрасный стих. Kind of stands out a little in the Bible. Выдающийся в Библии. Says like this. Он говорит так. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come, that he should depart from this world to the Father. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, having loved his own who were in the world, явил делом, что возлюбив своих сущих в мире, he loved them to the end, до конца возлюбил их. Amen. He loved them to the end, до конца возлюбил их. This is about the 12 disciples, здесь говорится про 12 учеников, to the very end of his life, до конца своей жизни, like Korchak, подобно Корчаку, with his hands around his children, обнимающему своих детей. Such a strong picture, такая сильная картина, of the ministry of a shepherd, служение пастора. Amen. Jesus, Иисус, we thank you. Благодарим тебя. You are the living word. Ты есть живое слово. But you also the living example. Но ты также живой пример. When we look upon you, и когда мы смотрим на тебя, we receive hope. Мы принимаем надежду, direction, направление, and inspiration, и вдохновение, about what it is to be a shepherd. Касательно того, что значит быть пастором. Tonight is an evening for pastors and leaders. Сегодня вечер для пасторов и лидеров. And Jesus, help us. Иисус, помоги нам. To look higher. Смотреть выше. To look upon you. Смотреть на тебя. Help us to see. Помоги нам видеть. How you were when you lived on the earth. Каким ты был, когда жил на земле. How you took the disciples to your heart. Как ты принял учеников в свое сердце. How you helped them. Как ты помог им. And how you fought for them. И как ты сражался за них. And help us to learn. И помоги нам научиться. And to receive from you, и принять от тебя, anointing and life, помазание и жизнь, that we can follow you, которыми мы можем следовать за тобой. We all stumble in so many ways, мы все спотыкаемся во многом, but with you, но с тобою, we can start again, мы можем начинать заново, we can be filled again, мы можем наполняться заново. With you, Jesus, тобою, Иисус, there is always a new morning, всегда новое утро. And thank you, Lord, for this meeting, и спасибо, Господь, за это собрание. And before we go home, и прежде чем мы разойдемся по домам, Lord, I pray, Господь, молюсь, that you will finish your work in the heart of us, чтобы ты совершил свою работу в сердцах наших. And if there is any shepherd, если есть здесь какой пастор, who is anywhere in anyway leaving the ministry, который так или иначе оставляет служение, tonight, Lord, сегодня, Господь, let's return to you,
пусть он вернется к тебе. Revive the calling in us. Оживи призвание в нас. If there is someone, если есть кто-то, that is tired, который устал, and has lost courage, и потерял мужество, Lord, let the courage come back. Господь, пусть мужество вернется. Or there is someone, или есть кто-то, that has grown cold inside, который охладел изнутри, indifferent, стал безразличным. Lord, Господь, light the fire of love inside us. Зажги огонь любви внутри нас. Lord, а Господь, let anointing of being a shepherd, пусть помазание пастора, fill our heart again, наполняет наши сердца снова, that we can care, чтобы мы могли заботиться, for the flock you gave us, о пастве, которую ты дал нам, in Jesus name, во имя Иисуса. Hallelujah. Hallelujah. Let us sing to the Lord. Воспоем Господу. And as we do that, и когда мы это будем делать, open your heart. Просто открывайте сердца. I believe the Holy Spirit, я верю, что Дух Святой wants to minister to us, хочет послужить нам. Maybe we will not pray for people here. Может быть, мы не будем молиться за людей здесь. But just open your heart. Но просто откройте свои This сердца. Is between you and Christ. Это между вами и Христом. Whatever you need, все, что вам нужно, you can receive, вы можете получить from his heart now, от Его сердца сейчас. Аминь. Let's sing, Александр. Поспоем, Александр. Ты мой искупитель, ты мой целитель, ты мой спаситель. Источник для меня, моя надежда. Ты жизнь моя, ты мой искупитель Бог. Ты мой искупитель, ты мой целитель, ты мой спаситель. Before the Lord now. Давайте принесем свои жизни пред Господом сейчас. You're a leader. Вы лидер. You're a leader. Вы лидер. You're called. Вы призваны. To lead. Вести. Amen. And whatever you're doing as a leader. И что бы ты ни делал как лидер. Somehow. Так или иначе. There is always some kind of shepherd responsibility. Всегда есть какая-то ответственность пастора. And just close your eyes. И просто закройте свои глаза. What state is your life in? В каком положении находится ваша жизнь? Maybe everything is more or less well. Может быть, все более-менее хорошо. Maybe you feel. Может быть, вы чувствуете. Oh, I'm on my brink of leaving. Я нахожусь на грани того, чтобы оставить все. But I cannot do that. Я не могу этого сделать. Lord, I want to come back to you. Господь, я хочу вернуться к тебе. Or you've been frustrated. Может быть, вы были расстроены. Or maybe cold and indifferent. Или, может быть, пришел холод и безразличие. Or if there is any particular area of your life. Если есть, может быть, какая-то конкретная сфера вашей жизни. Where you feel. Где вы чувствуете? Lord, I want you to touch my life. Господь, я хочу, чтобы ты коснулся моей жизни. Maybe you need to repent. Может быть, вам надо покаяться. Then right now. И прямо сейчас. Let us do that. Давайте это сделаем. Or maybe you just need. Или, может быть, вам нужно. I just need a touch from the Holy Spirit. Вы говорите, мне просто нужно прикосновение Святого Духа. There's something in me that is lost. Есть что-то во мне, что просто потеряно. And I believe. Я верю. I can get it back. Я смогу это вернуть обратно. And if it is like this. Если так оно есть. In one of these ways. Так или иначе, вот как говорили. Let us pray for you. Давайте помолимся за вас. Let's pray for you where you're standing. Но давайте помолимся за вас там, где вы стоите. Just lift your hand like this. Просто поднимите свою руку так. Amen. If you, and those that are around these people. И те, которые находятся рядом с этими людьми. Turn to them. Повернитесь к ним. And lay your hands on them. Возложите свои руки на них. Amen. Аминь. And don't do it indifferently. Не делайте этого безразлично. Lay your hands on them. Возложите свою руку на них. Amen. God gave me this word. Бог дал мне это слово. And He will establish it. И Он утвердит его. Amen. He will touch your heart. Он коснется вашего сердца. Just lift your hand. Просто поднимите свою руку. And those that are around you. И те, которые вокруг вас. Lay your hands on these people. Возложите свои руки на этих людей. And let us pray. И давайте будем молиться.
Heavenly Father, Небесный Отец, you see, ты видишь, Father, what is empty, то, что опустошено, you see what is tired, ты видишь, то, что устало, you see what is attacked by the enemy, ты видишь, что атаковано врагом, you see, Father, ты видишь, Отец, what once was burning but is now cold, то, что однажды горело, сейчас холодное, and in the name of Jesus, во имя Иисуса, we take authority, мы берем власть, over all the wiles of the devil, над всеми уловками сатаны, we take authority, мы берем власть, over all thoughts, над всеми мыслями, arrows, и заблуждениями, thrown against these people, и стрелами, которые стрелялись в этих людей, by the evil one, лукавым, in the name of Jesus, во имя Иисуса, and we bind them, и мы связываем их, and we command them to fall to the ground, и мы повелеваем упасть на землю. This is not the truth. Это не есть истина. In Jesus' name, во имя Иисуса, and we pray, Father, и мы молимся, Отец, that the calling bright and clear, чтобы призвание яркое и ясное will be renewed, было обновлено in the heart of everyone, в сердце каждого. Father, we pray, Отец, молимся, that what you said once, чтобы то, что ты сказал однажды, will come back in the heart of these people, вернулось в сердца этих with людей, new strength, с новой силой, right now, Father, прямо сейчас, Отец, in Jesus' name, во имя Иисуса, and we pray, и мы молимся, that the Holy Spirit, чтобы Святой Дух will fill them, наполнил их, love for the people, возлюбил людей, care for the people, любовью к людям, заботой о людях, joy for the daily work, радостью от повседневной работы, hope for the future, надежду о будущем. Lord, in the name of Jesus, Господь, во имя Иисуса, fill them with your spirit, наполни их своим духом. What was dead, то, что было мертво, comes alive, да оживет, in the name of Jesus, во имя Иисуса. What has withered, и то, что засохло, is raised up again, поднимется снова, in the name of Jesus, во имя Иисуса. Lord, we pray for these people. Господь, молимся за этих людей. Your grace, твоя благодать, is rich enough for everyone, достаточно богатая для каждого. So receive, итак, принимай. Yes, receive, says the Lord. Да, принимай, говорит Господь. My grace, мою благодать, that I give you now, которую я даю тебе сейчас. Yes, says the Lord. Да, говорит Господь. You asked of me, ты просил у меня, and I give you to drink, и я дал тебе пить, living water, а воду живую. So open your heart, says the Lord. Итак, открой свое сердце, говорит Господь. And I will, и я сделаю, restore the calling, я восстановлю призвание. Surely, истина, what the enemy thought of you, то, о чем враг думал о тебе, and what he planned for you, и то, что он планировал для тебя, will not happen, не произойдет. No, says the Lord. Нет, говорит Господь. I am the one, я тот, who makes all things new, который делает все новым. I am the one, says the Lord, я тот, говорит Господь, who renews you, кто обновляет тебя today, сегодня. So receive, says the Lord. Итак, принимай, говорит Господь, my grace, мою благодать, my life, мою жизнь, because surely, потому что истина, my callings and my game, I do not take back my callings nor my gifts. Я не забираю обратно ни своих призваний, ни своих даров. Surely, says the Lord, истинно, говорит Господь, what I gave to you, то, что я дал тебе, will remain with you, прибудет с тобой, in the name of Jesus, во имя Иисуса. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Hallelujah. Hallelujah. Аминь. Praise the Lord. Слава Господу. Praise the Lord. Слава Господу. Amen. Аминь. Amen. Praise the Lord. Слава Господу. Let's just stay a little longer. Давайте побудем немного еще. Right now. Прямо сейчас. Whom has God given you? Кого Бог дал вам? Whom has given you? Кого Он дал вам? Whoever it is. Кто бы это ни был. In your heart. В вашем сердце. Just embrace them. Просто объемьте их. Maybe it's a very big flock. Может быть, это большая паства. Maybe it's not so big. Может быть, не такая большая. Just embrace them. Но просто охватите их. And just say. И просто скажите. Yes, Lord. Да, Господь. I take them to my heart. Я беру их в свое сердце. Amen. I take them to my heart. Я беру их в свое сердце. To love them. Чтобы любить их. To help them. Чтобы помогать им. And to go after them. И чтобы идти искать их. Amen. Аминь. I take them to my heart. Я беру их в свое сердце. You ask me to tend them and keep them. Ты попросил меня пасти их и хранить их. And with your help. И с твоей помощью. I devote myself to do that. Я посвящаю себя на то, чтобы это делать. To share of my time, делиться, отдавать свое время, of my experience, свой опыт, of my love, свою любовь. And let us say like this together. И давайте скажем так вместе. I thank you, God. Я благодарю тебя, Бог. For those, за тех, that you gave me, кого ты дал мне.
And help me. И помоги мне. To care for them. Позаботиться о них. In the same way. Таким же образом. As you care. Как ты заботишься. Help me, Lord. Помоги мне, Господь. To fight for them. Сражаться за них. In the same way. Таким же образом. You fought for me. Как ты сражался за меня. Help me, Lord. Помоги мне, Господь. To be a shepherd. Быть пастором. According to your heart. По сердцу твоему. To care for your flock. Чтобы заботиться о твоем стаде. I thank you, Lord. Я благодарю тебя, Господь. For the Holy Spirit. За Святого Духа. For the helper. За помощника. I thank you, Lord. Я благодарю тебя, Господь. For your grace. За твою благодать. In my life. В моей жизни. To do this. Делать это. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Blessed be the name of God. Да будет благословенно имя Господа. Ты мой искупитель. Ты мой целитель. Ты мой спаситель. Давайте помолимся за Россию. Let us pray for all our churches. Давайте помолимся за все наши церкви. And let us pray. Давайте помолимся. For shepherds. За пасторов. Amen. Аминь. For shepherds in the churches. За пасторов в церквях. On all levels. На всех уровнях. On the friendly level. На дружественном уровне. On home, in home groups. На уровне домашних групп. In different branches. В различных филиалах. And among the pastors. И посреди пасторов. Let us pray. Давайте будем молиться. That God will really pour out His Spirit. Чтобы Бог по-настоящему излил свой дух. To raise up many, many shepherds. Чтобы поднять много-много пасторов. We already quoted Matthew 11, Matthew 9. Мы уже цитировали Матфея 9. When Jesus said, когда Иисус сказал, people are weary and scattered. Что люди рассеяны и измотаны. Like sheep having no shepherd. Изнурены, как овцы, не имеющие пастора. And in some way, и каким-то образом, it's a word I believe really for us also. Это слово, которым я верю, оно для нас также. So many people have come to the Lord during the last 20 years. Так много людей пришло к Господу за последние 20 лет. And there is a great need. И есть великая нужда. For true shepherds. В истинных пасторах. In our churches. В наших церквях. So if you agree with me, если вы согласитесь со мной, let us pray together. Давайте помолимся вместе. Let's pray for all our churches. Помолимся за все наши церкви. Pray for all our country. Помолимся за всю нашу страну. Lord, Господь, raise up laborers for your harvest. Подними делателей на жатву твою. Raise up leaders. Подними лидеров. Shepherds. Пасторов. Amen. Amen. Just take the hand of your neighbor. Возьмите руку за руку соседа. As a sign of unity. Знак единства. And Father, we pray. Отец, молимся. Tonight. Сегодня. Father, we stand before you. Отец, стоим перед тобой. And Lord, you said in your word. Господь, ты сказал в своем слове. You asked us to pray. Ты просил нас молиться. For laborers. За делателей. For shepherds.
за пастора, for the harvest, за жатву. And we pray for Russia tonight. И мы молимся за Россию сегодня. Lord, and we pray for other places that we come from. И Господь, мы молимся за другие места, откуда мы Lord, приехали. That you will raise up. Господь, чтобы ты поднял. Many, many laborers. Много-много делателей. That will be true shepherds. Которые будут настоящими пасторами. Not hirelings. Не наемниками. But true shepherds. Но настоящими пасторами. That will have the heart of Christ. У которых будет сердце Христа. Lord, we pray. Господь, молимся. Let it be like a wave in our churches. Пусть это будет волной в наших of церквях. People людей, that will stand up. Которые будут вставать. And willing to take the responsibility. И будут желать брать ответственность. Willing to take on the calling. Будут желать брать призвание. To be a shepherd. Быть пасторами. For the flock of God. Для стада Божьего. People. Людьми. That will stay. Которые остаются. Remain. Прибывают. People that will care. Людьми, которые заботятся. Help. Помогают. And be available. И являются доступными. People. Людьми. Who will reach for those that leave. Которые будут достигать тех, которые уходят. People that will act. Людьми, которые будут действовать. In the love of Christ. В любви Христа. In the care of Christ. В заботе Христа. Lord, we pray for all of us. Господь, молимся за всех нас. And we pray for all our churches. И молимся за все наши церкви. For our country. За нашу страну. Lord, raise up. Господь, подними. Many, many shepherds. Многих-многих пасторов. Because we believe. Потому что мы верим. With all of our heart. От всего сердца нашего. That truly. Что поистине. The harvest is plentiful. Жатвы много. In Jesus' name. Во имя Иисуса. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Мы молимся. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Praise the Lord. Слава Господу. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Аминь. Amen. Ты мой искупитель. Ты мой целитель. Ты мой спаситель. Большое спасибо, особенно всем, которые приехали из других мест, из других церквей, из других городов, из других стран и были с нами на эту неделю. Это такое ободрение для нас тоже здесь, Слово Жизни, что вы приезжаете. Потому что все равно это так, что есть большое-большое ободрение в братстве. Аминь. С сестрами, с братами. Аминь. Это только ободрение тоже чувствовать, что есть много, которые... Мы вместе верим, мы вместе служим, как сказано было на этом трейлере, и мы вместе поклоняемся. Мы один народ, мы одна семья, и так много впереди. Слава Богу за работу, которую вы делаете во всех этих местах. И тоже все, что мы можем делать, дай нам возможность делать это. И давайте мы будем братьями и сестрами, которые всегда готовы идти на помощь, всегда готовы поддержать друг друга, когда это требуется. И добро пожаловать, завтра у нас день рождения церкви, мы так рады видеть вас там тоже. И будет хорошее время, весело тоже перед Божьим лицом. Аминь. Пастор Олег, аминь. Слава Господу.
Позвольте мне рассказать вам о чем-то замечательном. Я сейчас нахожусь в процессе записи серии коротких эпизодов о Святом Духе. Это будут короткие уроки, которые мы выложим в свободном доступе в интернете и на сервисе YouTube. Это будет лучшее из того, что я знаю и пережил с Духом Святым в жизни и служении. Я верю, что вам понравятся эти уроки. Это также станет началом множества таких серий, которые мы запишем и предложим вам. Добро пожаловать в новый день в победе. Я очень рад сегодня начать серию коротких эпизодов с учением о Святом Духе. О Боге Святом Духе. Так много можно сказать. Он Бог Святой Дух. Бог Святой Дух. Он ярко выраженная личность, имеющая ясный способ действия, движения и ясный способ, как он прикасается к нам. Я верю, что 21 век, в котором мы живем, будет еще больше отмечен работой Святого Духа. Поэтому пришло время для нас изучить, осмыслить и искать лица Божьего, чтобы лучше понять Святого Духа. Наша вера не в том, что мы знаем, что Бог существует. Наша вера в том, что мы знаем Его, ходим с Ним, говорим с Ним, и Он общается с нами и, более того, пребывает с нами. А пока желаю нового дня в победе!